Перестрелка на крыше. Все они были мертвы. Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. Я снял палец с курка, все было кончено. Чтобы объяснить, что здесь произошло, мне придется вернуться на 3 года назад, в тот вечер, который мне никогда не забыть. Тогда я еще служил в полиции. Отдел полиции Нью-Йорка, Северный округ, чертова дыра. Так когда же ты начнешь работать на меня, детектив Бэй? Чтобы ты отправил меня секретным агентом в какое-нибудь пекло? Извини. Но Мишель, девочка, для меня важнее. Вот это мой последний секрет. Нечего вроде дышать мне. В этом ты весь, Макс. Был и остаешься бойскаутом. До встречи. Четверг вечером покер, не забыл? Такое не забывается. Жизнь была прекрасна. В воздухе висит запах свежескошенной травы с газонов. Где-то смеются и кричат дети. Дом за рекой на стороне Джерси, где тебя ждут красавица жена и чудесная маленькая дочка. Настоящий воздушный замок, ставший реальностью. Малыш, я пришел. Если бы только воздушные замки не разрушались, пока на них не смотрят. На небо тихонько вскарабкались сумерки, наполненные дурными предчувствиями. Мишель, солнышко, кто-нибудь дома? Мне сразу не понравился этот спектакль. Правда, для меня отвели самое лучшее место. Что за черт? На стене был уродливый рисунок, ключ ко всему, что случилось после. Это был шприц с наркотиком, символ, наполненный мрачным смыслом. Послушайте, кто-то забрался в мой дом. Вызовите службу спасения. Это дом мистера Пейна? Да, кто-то ворвался в мой дом. Они еще здесь. Прекрасно. Боюсь, я не смогу вам помочь. Кто это? Алло. Нет, вы не тронете девочку. Вы не посмеете. Мишель. Да заткнись ты, наконец. Всем стоять! Сейчас ты меня получишь! Господи, ну пожалуйста, только не это! Плоть падших ангелов! Всем тихо! Нет, 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 нет! Мишель, Рози, нет! Случилось 3 года назад. Все рухнуло за один вечер. Эти подонки были накачаны неизвестным раньше наркотиком, вольтерином. Или просто В. После похорон я сказал Алексу, что согласен работать на отдел по борьбе с наркотиками. У нас ушло 3 долгих года, чтобы найти брешь в бизнесе торговцев вольтерином. Наконец, 2 месяца назад информатор сообщил нам, что Джек Лепино, один из крупных боссов мафиозного клана Пунчинелло, занимается наркобизнесом. Я засекретился и проник в один из самых опасных кланов нью-йоркской мафии.
Я вошел, оставив снаружи тьму и холод. Город снаружи бушевал, как разъяренный зверь. Я медленно побирался от мелкой рыбешки к более крупной, пытаясь выяснить, откуда берется наркотик. Алекс и ПП были моими единственными связными в отделе. Это ПП. Случилось что-то важное, связанное с Любином. Тебе нужно как можно быстрее встретиться с Алексом. Поезжай на станцию Роско-стрит. Я не встречался с Алексом с тех пор, как ушел в подполье. За окном все холодало. Снег валил с такой силой, что казалось, что сами небеса готовы упасть на землю. Каждый искал укрытие. Казалось, что на завтрашний день надежды не хватило. На метро было ничуть не лучше. Это чувство обрушилось на меня, как выстрел в упор. Что-то было не так. Моя Беретта нервно зашевелилась под курткой. Но двери вагона уже захлопнули за мной, и поезд тронулся. Следующая остановка — станция Роско-стрит. И Алекс. Станция была окутана мраком. Алекса нигде не было видно. Мне предстояло найти его. В воздухе пахло смертью. Мне нужно было найти Алекса как можно быстрее. Лекарство на время снимет боль. Панель безопасности издевательски хихикнула. Мне нужен был код. Поиски Алекса привели меня в центр бандитской операции. Мне нужно было найти другой путь в тоннель. Электричество было отключено. Нужно было снова включить его, чтобы запустить поезд. Ты спас меня, дружище. Что здесь происходит? Резня. Эти парни с пистолетами только что появились из ниоткуда. Нужно позвать подмогу. Я мог бы позвонить из диспетчерской этажом выше. Поможешь добраться туда? Конечно. Звучит неплохо. Идем.
Наконец-то. Стой! Осторожно! Держи его! Поезд сиял, как рождественская елка. Электричество было восстановлено. Часть станции. На Роско-стрит происходило что-то серьезное. Может быть, поэтому Алекс назначил мне встречу именно здесь. А может быть и нет. Так или иначе, мне предстояло это выяснить.
только что банк ограбили. Кто говорит? А кто спрашивает? Это старший инспектор Джим Бравур. Вы должны немедленно прекратить преступную деятельность и сдаться властям. Мы тут с мальчиками поговорили, им ужасно стыдно. Они больше не будут. Кто говорит, черт возьми? Присутствие при ограблении банка не пошло на пользу моему имиджу. Добыча лежала на столе. Они охотились за облигациями Eisner Corporation. Историю внезапного взлета этой компании долго не сходили с экранов телевизоров и обложек журналов. Ну, спасибо. Грабители оставили на столе свои инструменты. Судя по количеству детонаторов, они притащили сюда достаточно взрывчатки, чтобы отправить на орбиту Статую Свободы. Чуть не застрелил. Алекс. Что здесь происходит, а? Тут больше трупов, чем в городском морге. Два ужасных. Они пробили туннель в хранилище. Стену старой станции, которую на этом пробил Кирпина. Это правда работа Кирпина? Важное, и в конце концов перешел дорогу самому Джеку Люпину.